Здравствуйте! Многие люди, особенно молодые, подростки, да и просто молодые люди, страдают угревыми высыпами, прыщами, угрями на лице. И вот я, вычитала и вспомнила такой рецепт мази, которая может очистить в какой-то степени лицо. Эта мазь состоит, основным ингредиентом является алоэ древовидное. Я об этом растении рассказывала вам. Его видно, да? Вот оно наше, это растение, этот столетник. Он стоит у нас сейчас на улице, у нас лето, он у нас не один. Я специально вот занесла его в дом. И хочу сделать эту мазь. Я вот уже начала. Основное, что входит в мазь, это сок алоэ. Его, конечно, взять с алоэ не так легко, потому что все-таки рекомендуют, желательно, чтобы не соприкасалась этот сок не соприкасался с металлом, потому что он будет окисляться, будет менять свои свойства. А зачем нам это надо? Тем более его нужно для этого масла такого или крема нужно всего 20 миллилитров. Да, 20 миллилитров сока. Вот я и уже начала делать этот сок. Я взяла обыкновенную марлечку. Сейчас я буду делать по частям. Короче, я взяла листок алоэ. Конечно, желательно этот листок, это листья сорвать и где-то на 10 дней положить в холодильник, в темную бумагу завернуть. Тогда свойства этого растения улучшатся намного. Но вы так можете сделать, а я делаю как пример. Я сорвала сегодня его. Вот так обыкновенно немножко очищаю, чтобы получилось вот это вот, видите, желеобразная такая, такой сок. И так его просто, видно, да? Как я его лопаткой деревянной вот так провожу и хорошенько его прям, можно сказать, сдираю на бинтик. Новый бинтик я взяла. Вот так. И обыкновенно процеживаю сразу же в стаканчик, в котором есть мерный стаканчик, в котором мы сразу увидим, сколько мы его наберем. В общем, таким образом я вот его сейчас вот так отцеживаю. Вот. Так вы можете тоже себе сделать. Это простой обыкновенный способ. Ну, я думаю, что 20 миллилитров это будет где-то 3 листочка, потому что один я уже сделала. Отцедила. Так, это выбрасываю. Беру другую марлечку. Так, мы пока прерываемся. Я делаю этот сок и дальше продолжим. Сок алоэ немножко надо подогреть. Поэтому так чуть-чуть опускаю в горячую воду и так, чтобы был немножко теплый. Итак, у нас есть сок алоэ тепленький, 15 грамм пчелиного воска, такой получается где-то объем, я взвесила, 2 яичных желтка, 20 грамм меда, получается вот так, 100-граммовой рюмочки, и 10 миллилитров оливкового масла. Сейчас я ставлю на водяную баню воск, и добавляю туда 10, когда он расплавится, добавляю туда масло. Воск расплавляется. Так. Это все надо хорошенько растереть, пока воск расплавляется. Ну, превратить все это в однородную массу.
постепенно добавляю. Все размешиваем до полного растворения воска. Смешала все и немножечко еще оставила на таком чуть-чуть огне. Не ставлю на огонь, а просто над огнем сантиметра 5-6 даже. Вот. Перемешиваю, получается уже вот такая мазь. Сейчас покажу. Выливаю специально вот такую просто прозрачную пиалочку, чтобы показать вам это в таком теплом виде. Дальше надо переложить какую-то баночку с крышкой, дать ему остыть. И, пожалуйста, можно пользоваться такой мазью. Ну а теперь самое главное, применение этой очищающего этого крема. Так как здесь есть мед, смотрите, как она может работать. Вы наносите тонким слоем на руки, вот уже руки липнут, наносите на лицо, можно даже не сильно много наносить. И вот смотрите, вы легонько придавливаете, оттягиваете, и вот она работает как. Конечно, пробуйте очень осторожно. Но я думаю, что как раз так она и должна работать. Это такой делает, есть такой же медовый массаж, когда он очищает организм и тело. Можете попробовать, если у вас есть такие прыщи на спине где-то, не обязательно на лице. Попробуйте, как будет реагировать ваша кожа вообще. Не лица, будет реагировать на ингредиенты, из которых состоит этот крем. А потом уже пробовать на лице. Ну, вы видите, еще раз показываю, как оно оттягивает. Даже если у меня лицо такое, как у меня, я буду пользоваться этим кремом именно для улучшения кровообращения, для очищения кожи своего лица. Вот видите, как это все работает. Можно такие сделать похлопывающие движения небольшие. Тоже оттягивается. Если вы чувствуете, как что я чувствую, видно? Что оттягивается кожа. Вот так может работать это вот такой крем.